Еженедельно городское управление проводит рабочие заседания, на которых решаются различные организационные вопросы, рассматриваются поступившие письма по различным проектам. Подробности от городского секретаря Андрея Ионова. На прошедших заседаниях городского управления принят ряд решений, касающихся жизнедеятельности города, и о некоторых из них подробнее. Подведены итоги конкурсов госпоставок и решено заключить договоры подряда на выполнение следующих работ. О ямочном ремонте дорожного покрытия. Эти работы ведутся. Срок выполнения работ 10 июня. Следующий договор – это договор о сборе опасных отходов от жителей города в этом 2016 году. Следующий договор об установке мусорных урн на территории города. И еще один договор, также по итогам проведенного конкурса госпоставки, о ремонте полов в школе Канука. Также решено инициировать несколько конкурсов госпоставки. Первый из них по оказанию услуг береговой охраны в ближайшие 3 года, то есть в 2016, 2017 и 2018. Еще один конкурс – это конкурс по проектированию инновации Ванолиновской школы. Утвержден перечень чиновников, имеющих право от имени городского управления осуществлять производство о проступках. Заключен договор с ОЮ «Эстибусь» и АЭС «Себе» на перевозку учащихся на публичных и коммерческих автобусных линиях в этом 2016 году. Согласовано проведение пробега на территории нашего города. Этот пробег называется «Силамяя Трепи-Йокс». Он впервые будет проводиться в нашем городе. Маршрут следующий. Старт и финиш возле спортивного комплекса. Также он захватывает тропу здоровья, улицу Ранна, Приморский бульвар, нашу центральную лестницу, городской парк и, как я сказал, финиш у спортивного комплекса. Этот пробег состоится 14 мая, и организатором этого пробега является Союз школьного спорта «Силамяя». Кроме этого, этот же союз, эта же организация 5 мая проводит в нашем городе уже традиционное мероприятие «Эстафету Трепи-Йокс 2016». Решено заключить договор финансирования с плавательным клубом «Калев», и средства в данном случае направляются на проведение обязательного обучения плаванию учащихся вторых классов школ города. И в заключение еще об одном мероприятии, которое будет проводиться на территории нашего города. В период с 30 апреля по 10 мая решено организовать толоку под названием «Сделаем». Мероприятия по уборке города будут проводиться согласно разработанному городским управлением плану. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2015 года нового строительного кодекса возникла необходимость довести информацию до сведения председателей квартирных товариществ и старших домов. В конференц-зале Центра культуры прошел семинар для председателей квартирных товариществ и старших по дому на тему изменений в законодательстве в сфере строительства, поскольку сейчас подвигается сезон проведения строительных работ, необходимо было подробно разъяснить, какие разрешения необходимо получить квартирным товариществам или какие согласования в городском праве нужно оформить. Инженер строительного надзора Ирина Ульянова озвучила те изменения или дополнения, которые касаются проведения этих строительных работ, и ответила на представленные заранее вопросы. Из зала прозвучало также большое количество вопросов, и постарались на них дать тоже ответы. Я надеюсь, что участники семинара остались довольны и поняли то, какие процедуры необходимо сделать перед тем, как начинать строительство в своем доме. Стоит отметить, что участие в таких семинарах по квартирным товариществам у нас довольно активное. В этот раз участвовало 30 представителей квартирных товариществ.
Различные семинары проводятся постоянно. Единственное, что обращение к председателям квартирных товариществ. На сайте города в разделе «Квартирное товарищество» есть опрос. Пожалуйста, предлагайте свои идеи, на какую тему вам еще больше необходимо получить знаний, какие семинары, скажем, в городе Силамяя наиболее необходимы. Многие старожилы помнят, как в городе в определенный срок в квартирах проводился профилактический осмотр газового оборудования, колонки, газовой плиты, вентиляции. Это было в обязательном порядке, и отказаться никто не мог. Люди понимали, что с газом шутки плохи, и оборудование, вентиляция должны быть в порядке. Так обстояло дело тогда. А что сейчас? Сергей Васильевич, изменилось политическое, так скажем, устройство государства, но как газ был горючим, взрывоопасным, так он и остался. Как обстоят дела сейчас с проверкой оборудования? Какие сложности, какие трудности в связи с этим? Значит, действительно, раньше все проверялось, все требовалось. Сейчас от этого никто не ушел, все продолжается. Единственное, что квартиры приватизированы. Поэтому попадание в квартиры очень сложное, но мы, как обслуживающая организация МЕКИ, раз в 4 года, как положено по закону, проводим обследование внутридомовых систем газовых, это обязательно. И после получения замечаний по этим, раньше было техник-контроль Кескус, сейчас фирма «Инспекта». Значит, она проводит раз в 4 года по нашей заявке обследование внутридомовых систем и выдает нам акты с замечаниями, которые мы устраняем, снова приглашаем инспекту, проверяем и получаем акты уже о нормальном состоянии внутридомовых газовых систем. Ну, это внутридомовые, а что касается квартир, это, наверное, самое сложное. Самое сложное, что касается квартир. Всего в городе у нас на обслуживании в МЕКИ Силамяя находится домов 83 дома с газовыми колонками и с газовыми плитами. Ну, есть разные, есть с газовыми колонками часть с газовыми плитами. Мы, поскольку у нас есть договор с городом на обслуживание муниципальных квартир, которых у нас 174 с газовым оборудованием, из них 30 квартир находятся в товариществах. То есть мы... То есть муниципальная квартира в товариществе. Да, муниципальные квартиры в товариществе. Они нам производят оплату, а мы расплачиваемся с товариществом. Но это опять-таки муниципальная квартира, доступ в которую вам не могут закрыть. А что касается остальных-то квартир? Что касается остальных, конечно, у нас воздействия на собственников, рычагов давления нет. Да, мы только можем... Сейчас, чем мы сейчас и занимаемся? Ну, сейчас вот мы проводим обследование всех муниципальных квартир. Но это тоже длительная история. Надо людей сообщить им, что мы такое-то время вас посетим, что мы обследуем систему газоснабжения и выдаем, ну, мы акты не выдаем, мы проверяем. У нас есть оборудование, которым мы проверяем. Или мы даем заявку Силамяя Вививерк, которая обслуживает газовое оборудование в городе. И они имеют тоже приборы и проводят обследование в квартирах. Но Сергей сейчас... Васильевич, Сергей Васильевич, это что касается муниципальных квартир. Здесь сложностей никаких. Вы проверите все эти квартиры, и дело дойдет до квартир собственников. Вот тут-то как дело-то обстоит. Мы будем действовать по той же схеме. То есть мы пишем объявление. Проходим собственников квартир, квартира собственников, пишем объявление на дом, и те, кто желает, допуск имеет, мы проводим. А будет ли вообще тотальная проверка газового оборудования не муниципальных квартир?
а квартира собственника. Вот то, что относится... Или это все по заявкам. И параллельный вопрос. Если у людей возникли проблемы с газовым оборудованием, кому обращаться по телефону? Кому? Вообще газовой службы-то нет. Значит, газовая служба есть в Вейверк. У нас нет, но у нас есть договор с Вейверком, есть дежурная служба 24-400 или 3-5-66-166, мобильный телефон. Они обязаны принять заявку и передать эту заявку газовой службе Вейверка. 24-400. 400 или 3-5-66-166, круглосуточно. Во всяком случае, мы отреагируем для начала. Если действительно там происходит утечка, то мы сообщаем Вейверк и дальше отключаем и принимаем меры к устранению этой утечки. С 60-х годов силами широко празднуется День Победы 9 мая. Даже проводился фейерверк. Обратите внимание на количество ветеранов в колонне на праздновании 40-летия Победы. Сейчас участников войны гораздо меньше. Сколько же в силами осталось участников войны, имеется в виду фронтовиков? Здравствуйте. В силами осталось тех, кто непосредственно участвовал в боях, 10 человек. И средний возраст этих людей? Здесь не средний возраст. Хорошо, самый младший из них. Да, самому младшему участнику войны 89 лет в этом году. Ну, а Большакову Александру Васильевичу 90 будет в этом году. Да. Светлана Исаковна, ну а теперь... 26-го года. 26-го года рождения. Светлана Исаковна, ну а теперь самая главная информация, которую хотите донести до горожан. Уважаемые ветераны, в этом году состоится празднование 9 мая так же, как всегда. Но только сбор горожан на площади у почты перед памятником неизвестному солдату в 10:30. Построение колонны ветеранов между почтой и Калевом. Марш, митинг и посадка в автобусе, как обычно. Перенос места празднования связан с ухудшением здоровья ветеранов. В канун праздника и в День Победы 9 мая в городе для ветеранов пройдут концерты. 7 мая в 12 часов ученики музыкальной школы порадуют ветеранов своим мастерством. А 9 мая в день праздника в 18 часов в Центре культуры пройдет большой праздничный концерт. Апреля исполнилось 30 лет со дня аварии на атомной Чернобыльской станции. На ликвидацию последствий катастрофы со всего Советского Союза были призваны люди, в том числе из Силаме. Наш собеседник, участник ликвидации Виталий Карипанов, несмотря на то, что у него тогда родился сын, он был призван военкоматом для ликвидации последствий аварии на АЭС. Виталий Михайлович, вы работали на самом зараженном участке, на крыше. Ну, вспомните, как это было? Ну, как было? Через военкомат забрали. Сначала говорили, что на целину какая-то переподготовка. А потом уже в самолете выяснили, что нас везут в Чернобыль, на Украину, на Чернобыльскую аварию. Ну, как было? Все сначала спокойно, мирно. Переодели военную форму, пропитанная свинцом. Сначала в Припять, как бы адаптироваться, а потом на станцию. Ну, крыша это самый, да, я уже повторюсь, самый зараженный участок. Это, ну, как-то было ужасно. Сколько вы по времени работали? Как это происходило, вот эта зачистка крыши? Ну, самый большой лимит времени был 45 минут. От 15 минут до 45 минут. Это рабочий день, да? Да, ну, столько позволялось работать в зависимости от зараженности места. На крыше позволялось только не более двух разов работать. Все. За всю командировку? За все прибытие на станцию. На станцию мне получалось только выехать 15 раз. А в основном внутри помещения, в 4-го блока. 15 раз непосредственно участие на самой станции, 4-й энергоблок, который был... Да, да.
А какие медикаментозные, так скажем, действия предпринимали со стороны медиков? Что-то делали? Я не знаю. С выездом на станцию давали нам каждому в карман накопитель. Ну, такой типа карандаш, который показывает. Счетчик Гейгера, так сказать. Да, но не совсем так. Счетчик Гейгера это который... Ну, понятно. Да, да, но накопитель. Сколько ты там пробываешь, они сдаешь в медсанчасть. И они там это снимали показания с накопителя. Вот. Ну а какие медицинские? Никаких. Вот первое признак было, что если ты подхватил радиацию, это после Припяти, что болит горло, думаю, что что-то холодной воды попил или типа ангина. Вот. А на самом деле приходили медики, смеялись, говорят, это первое. Что это ты... первый симптом заражения, да? Да, заболело горло. Вот. Ну, потом, естественно, слабость какое-то время, не давали выезжать. Слабость такая, ну, просто такая... Приятная слабость, будем так говорить. Ага, ага. А потом, очень. Да, потом все адаптировались и вперед. Виталий Михайлович, ну, в советское время, наверное, вы как-то проходили какие-то обязательные медицинские осмотры, получали какие-то денежки небольшие. Как это было? Ну, да, выделяли каждый месяц 60 рублей. Вот это было от медицинской кассы. И один раз, по-моему, в год, один раз в год было, больше, по-моему, не повторялось, приезжали американцы, и у нас тоже брали кровь и снимали какие-то показания. Не знаю, щитовидки или сердце измеряли. Сейчас-то точно не помню. Но это было один раз. А когда Союз распался, по-моему, ничего вообще не было. Никаких медицинских обследований, да и по сегодняшний день, по-моему, ничего. Не знаю. Сейчас вы не получаете ни компенсации денежных от правительства Эстонии, ни обязательных медицинских осмотров, допустим, раз в год, ничего. То есть вы живете как обычный рядовой гражданин. Ну, если сам пойдешь себя проверять и что-то... К семейному врачу. Ну, к семейному, потом направят, наверное, куда-нибудь к специалистам. А так нет, такого нету. Чтобы... В советское время все-таки как-то приходили какие-то бумажки, прийти по дистанционной провериться. А сейчас, ну не знаю, может быть где-то в каких-то городах есть, в больших, может быть что-то проверяют, кто-то стоит на учетах. А во всяком случае здесь, я не знаю, в нашем регионе, да, верно, по-моему, ничего нет. Ну я желаю вам крепкого здоровья, не болеть, и может быть действительно придет время, когда все-таки правительство Эстонии, ведь много ведь чернобыльцев в Эстонии, может быть и действительно примет решение о какой-то помощи и обязательном медицинском осмотре, отдыхе и, я не знаю, лечении. Спасибо. Хотелось бы надеяться. Более 10 различных фирм работает на территории технопарка, бывший свинарник. В советское время это была территория города, сейчас это Вайворская волость. Но, несмотря на это, основная часть работающих в фирмах – силамяйцы. Александр, когда пришла идея осесть на каком-то месте, обустроить это место оборудованием, специальным, так скажем, инструментом, который позволяет делать ремонт и прочее обслуживание грузовиков. Когда пришла идея? Ну, идея пришла лет 5 назад, когда обстановка стала, так скажем, в транспортном секторе все хуже и хуже. Вот, пришла идея, что сэкономить на ремонтах, на обслуживании и на всем остальном сопутствующем. Александр, это самое современное, самое красивое здание на территории технопарка, бывшего, так скажем, свинарника. Ну, какими силами удалось вот это? Может быть, кто-то помогал? Ты работал по каким-то проектам? Тебе Вайворская волость или кто-то там, Международный Брюссельский фонд выделил тебе деньги? Нет, никто ничего не выделял, никто ничего не помогал. Как-то сами потихонечку все. Осилили, было... да. Ну, сейчас идет пусконаладочная работа, так скажем, оборудование. Давай сейчас зайдем в цех и посмотрим, что там есть. Мы находимся в цеху, где идет монтаж оборудования. Или уже смонтировано оборудование? Пожалуйста, Саша. Ну, оборудование уже почти смонтировано. Вот. Имеем легковые подъемники, грузовые, шиномонтажное оборудование. Александр, ну, подъемники для грузовых автомобилей – это уникальное оборудование, так? Да. Вот, оно имеется только у нас и еще в одной фирме в Силамяе. Ну вот мы сейчас были свидетелями, как размонтировали и монтировали колесо. Это тоже современное оборудование? Что оно позволяет сделать? Ну, отбалансировать, собрать, разобрать колесо. И в этом цеху что предполагается? Ремонт, обслуживание? Ремонт, обслуживание грузовых и легковых автомобилей, диагностика
электроработы, заправка кондиционеров, ну, замена масла и всего. Ну, получается полный спектр обслуживания автотранспорта. А теперь мы обратимся к специалисту, который занимается компьютером. Сергей, современная диагностика автомобиля, любого автомобиля, легкового, грузового, нельзя представить без компьютера. Чем вы занимаетесь? Диагностикой электросистем грузовых автомобилей в основном и изредка легковых. Диагностика чего? Двигатель, трансмиссия, тормоза? Диагностика двигателя, тормозов, трансмиссии. В принципе, всего, что есть электрического. И более того, многие механические системы тоже подразумевают хотя бы небольшую, но электронику. И связано, все взаимосвязано. Поэтому все наше. Мы продолжим рассказ о работе фирм на территории технопарка. С целью формирования приоритетов здорового образа жизни у детей, а также приобщения детей и взрослых к активным занятиям физкультурой и спортом, в детском саду «Яли Усики» прошла оздоровительная неделя сердца. Оздоровительная неделя включала в себя комплексный план мероприятий на каждый день недели, состоящий из разнообразных видов физкультурно-спортивных мероприятий, познавательной и игровой деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни. Вся деятельность детей в эту неделю была пропитана темой здоровья. Правильное питание, мытье рук перед едой, занятия утренней зарядкой, борьба с микробами и многое другое. Это залог нашего здорового образа жизни. Теме здоровья и правильного питания был посвящен День правильных и полезных продуктов в виде театрализованного представления. Спор овощей, кто полезнее, и дегустация салатов. Активное участие приняли родители, учителя и дети. С утра дети-педагоги делали салаты, которые с удовольствием съедали на обед. На выставке заранее можно было познакомиться с красочно оформленными руками родителей рецептами полезных салатов, а вечером попробовать понравившийся салат на представленной дегустации. В детском саду успешно работает спортивный кружок аэробика для детей. Украшением оздоровительной недели стала совместная аэробика для детей и взрослых. Активное участие приняли дети старших групп. Их поддержали своим участием дети из средней группы. Родители являлись активными зрителями. Надеемся, что в следующий раз взрослые перестанут стесняться и станут активными участниками. Оздоровительная работа в детском саду направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и взрослых, не ограничивается только неделей здоровья и сердца. В течение всего учебного года учителя проводят различные мероприятия, направленные на формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью. Настя, на протяжении многих лет в советской армии, в детских садах, в школах комплекс зарядки был таков, каков он был в 30-х годах. То есть в 30-х годах прошлого столетия был разработан комплекс упражнений для зарядки и внедрен в школы, армию и детские сады. Сейчас я видел совсем другие упражнения. Как это называется? Что оно поддерживает, вот это занятие? И кому это показано? Детский фитнес рассчитан на детей разных возрастов от 3 до 16 лет, да, если считать до школьного возраста. В нем используются элементы
аэробики, тайбо, каланетики, пилатеса. Какие интересные слова, надо записать. Дети могут абсолютно все тренироваться, заниматься, независимо от возраста и каких-то физических особенностей. То есть программа подбирается под каждого ребенка. Если ребенок делает чуть слабже, да, то есть для него упражнения немножко другие. Если ребенок более активен и способен заниматься, как это сказать... Ну, энергия брызжет у него. Да, да. Тогда, естественно, уже упражнения будут сильнее и соответствующие его особенностям. Уважаемые горожане и гости Силамея, у вас есть возможность полюбоваться весенним бегом воды на водопаде Лангивоя. Поток, конечно, чуть-чуть уменьшился, однако красота каньона, водопада остается прежней. Апреля в плавательном бассейне прошел турнир на Кубок города по плаванию. Вместе с юными пловцами в нем приняли участие ветераны нашего плавания. Александр Оглоблин, Сергей Ходырев, Александр Тихонов, Александр Пичугин и Виталий Гончар. Победители определялись по сумме 5 дистанций. Среди мужчин, с учетом возрастного коэффициента, обладателем Кубка Силамея стал Александр Оглоблин. Среди женщин сильнейшей была Александра Петрова. В прошедшую субботу на основном поле силамейский «Калев» со счетом 1-0 одержал победу над дебютантом высшей лиги футбольной команды «Тарвас Раквере». Пожелаем нашей команде дальнейших побед. Николай Петрович, и снова мы с вами с хорошей новостью. Как прошли соревнования в Российской Федерации в городе Псков? Ну, город Псков в очередной раз проводил свой турнир, который имеет название «Малиновый звон». Это 34-й по счету турнир класса «Б». Так, там много было участников, 116 человек. Присутствовали и Белоруссия, и Россия, и Эстония, и Латвия. И как итог? А итог у нас мальчишка в 46 килограмм, класс «С», это возраст 13-14 лет, Артур Ешов занял второе место. И в классе «Б» Рома Беликов занял третье место. Вот так вот. Результат неплохой, я считаю, потому что у россиян выиграть, а ребята боксировали очень неплохо, чтобы выиграть бои, это дорогого стоит. Побои выиграли. Но это уже, я считаю, что успех. Ну, второе, третье место, это величайший, так скажем, успех для нашего силамейского бокса. Я хочу, знаете, что сказать? Спасибо вам, Николай Петрович, за подготовку спортсменов. Вот уже третье интервью, и в каждом интервью вы говорите о победах. Спасибо. Пожалуйста.